3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Традиционная встреча активистов Аппарелли со спикером парламента области прошла как раз в преддверии этой даты. Тамбовская областная дума с 2017 года взяла шефство над региональным отделением Ассоциации инвалидов. В неформальной обстановке гости поделились своими заботами и проблемами. Основная проблема – это безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. У нас в Тамбовской области в этом плане сделано много, но вопрос еще есть. Не всегда и не везде инвалидам удобно даже добираться до собственных квартир. Также в разговоре коснулись темы нехватки сурдопереводчиков, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья посещать госучреждения. И обсудили отдельные нюансы транспортного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Гости рассказали и о своих успехах. Так тамбовчане в очередной раз вернулись с Кубка России по танцам на колясках с медалями.